Но это считается, правильно? Ну, можно и так сказать. Я тебя не поздравлял? Ну, потому что ты какой-то странный человек. Какой же ты нубас? Любимая песня Клауса? Ё-моё. Это самый плохой вопрос из всех. Он сам не знает просто. Чего ты написал? Просто вообще, просто... Давай 5. Угадал. Я не знаю, как я это угадал. Но этот написал, ты такой холодный, как айсберг, но... Я просто не помню. Ну, классно. Чётко. Жесть. Да, работаем. Это жесть. Любимое музыкальное направление сайфера? Ну, это просто. Реп. Рэпак, йоу. Первая профессиональная команда Клауза. Ты, кстати, мне кажется, сам сейчас путаешь. Да. Яблочко. Охренеть. Первая профессиональная команда сайферов. О. Просто 10 из 10, на самом деле. Изи. Во сколько лет Клаус впервые заинтересовался плейтом? Да я даже сам не знаю. Ну, я зарандомлю просто, я... Давай, то же число ты должен будешь написать. Я зарандомил. 6-9. Все нормально. Но это считается, правильно? Ну, можно и так сказать. До 10, короче. Любимый персонаж шайфера в Кейк-Чемпе? Ну, он тоже прав. Ну, больше Галена, наверное. Ну, кажется, пассивные игроки. Не, Грейнджер красава. Я тоже люблю. А, вообще, слушай, там вообще другое было на самом деле. Что? Там слэш была. Вообще, да, согласен. Я вообще Галену поставил, он Рейнджер, а вообще на самом деле слэш. Мы не знаем даже сами себя. С кем в финале чемпионата мира по квейку дуэльного режима 2017 года в финале встретился Клаус? Это изич слишком. В каком году Сайфер впервые выиграл квейк? Задумался, малыш? Подожди. Там сколько? Считай через год. Да, я уже, да. Гача. 2018 хотел написать. Так, было бы здорово, кстати. Было бы не лишним. Не лишним, так. Любимое оружие Клауса в лапе свежесть. А вдруг я сейчас тут такое забабахаю? Там же патч был. Только же был патч. Там он архавок или лонгбоу поставил, да? Ну нет. Блин, нормально. У нас 10 из 10 будет совпадение. Любимое оружие Сайфера в плече. Так он не играл. Ну, пожалуйста. Ну, изи. Изи, изи. Как Клаус предложил усилить Мозамбик? Как Клаус предложил усилить Мозамбик? А я это слышал, кстати. Что-то типа... В две руки? Однообразный вариант. Я вот это слышал. Череп сильно ударил старый. Куда пронесать? Хм, изи вообще. А как слева называлось там это? Ре или ру? Ра. Вот. Ну это ты не попал. Ой, что ты там приготовил? Что ты там приготовил? Что это? Какие каскады? А что нет? Какие каскады? Самый центр карты. Все падают только туда. Вообще никто. Блин, надо было вообще артиллерия писать. Или артиллерия, например. Вот это вот двойной залп получился. Ну, опять вопрос. День рождения Клауса. Блин. Я знал точно. А он меня не поздравлял, поэтому как бы и не знаю. Я тебя не поздравлял? Не было такого. Ты обещал мне подарок, кстати. Всегда поздравлял тебя. Ну, вообще не рад. Но это не главное, между нами. Да я хз, если честно. Мне кажется, это... Вот такой вот отрезок. Попал почти. Где-то с 1 февраля по 31 марта. Да. Ну видишь, я ж не декабрь написал, и не сентябрь. Ну хоть так. Ну тогда день рождения сайта. Это изи. Для тебя? Оно
Нашумевшая дата уже. Ну, мне просто лень это отнимать, я как бы, ну, не аналитик в команде. Примерно с какого кейса класс вытащил нож на Орекс? С какой сенсой сайт выбирает Варис? А это, наверное, не... ну, я даже не знаю. Нет, я знаю, но он точно не должен знать. Потому что я меняю очень часто. 2,5? А, ну DPI. Сколько DPI? DPI? 800? 400. 400? Ты чё? Ты не сломаешься? Он уже шалел просто. Ты руку не сломаешься с такой сенсой? Да нормально всё. Стрэнкс там... URL, Instagram и план. URL? URL, ну план. Это я знаю, наверное. Я не знаю. Блин. По-моему, так. Да, верно все. Но это не точно. URL твиттера сайта. Ой, ты... А может, и не изи? Да, кстати, я сам не знаю, изи, не изи. А можно зачекать мне? Давай, поворачивай. О, ну-ка. По-моему, там... Сейчас исправлю. Но у меня это все равно последняя буква в постели, они попадают. Да, потому что у меня сайферита где-то в другом месте. Ну, потому что ты какой-то странный человек. Какую вещь класс забрал бы из ракет фонарей сюда? Забрал бы? О, это легко, давай, Леха. Кроме... аппаратуры и техники, наверное, вот эту штуку. Какой нубас? Господи, боже ж ты мой. Какой же ты нубас?